Шукала преса, скриня, крылья. Нет, это раньше у него шел ток откуда-то. Непонятно откуда. Чуть не 2 километра тянуло. А теперь на все. А теперь у него вот подстанция его сменила. Более того, ведь сейчас дорогу, когда строили, они не просто асфальт меняли. Они все коммуникации вместе с дорогой строили. Я думал, это очки, да? Какие цветы? По-моему, их одно. Здесь очень хорошо, здесь зелень, она поглощает. Цвет. Да, Швейцария. Нет, это, конечно, Болгария. Пенька. Сейчас я там даже маленький сева еще. Даже кран. Недострой? Болгарские недострои. Ну, везде. Да? Везде. К сожалению, сколько сюда вложено. И тогда... А наверх пойдешь? Слишком много незнакомцев. Ой. Пушка стоит там наверху. Ничего себе. Ротвейлер. Ну а тут есть вообще признаки этой форели? Вот она дышит там. Должна. И какие-то пушки. Он второй. Он? Ох, они это все смотрели. Да, вот как. Иди, хочешь бросить клюшку? Иди, попроси. Иди за пивом, пока сбегай. Через пару суток глазами мне как делать. Это чьи? О, красавец, вот как Леша. Ты борешься, корень злит. Он знает меня. Кому о чем? У нас валютные такие категории. У вас свои коды. Литр пива, да. Фарин. Всякая рыба это вобла потенциально. Шикарный мальчик. К сожалению, нет. Спасибо. А, это от животных. А третий? Там третий выход. Да. Слушай, ну это вообще кавказец какой-то. Да. Ты помнишь, конечно. Конечно. Смех есть смех. Ай. А, как это? Еще собака. Как кавказец выглядит. Ой, мох. В Англии тут живо приехали бы из общества защиты. Повязали бы всех, да? С цепи. Да. Сняли бы с цепи, да? Но единственное, что ей проложили длинный провод. А, и она есть. Она вот провод. До полуозера она может ходить. Поэтому раньше она бедная сидела на гвозде. Хочешь пройти? Давай. Пам-брам-пам-пам. Пам-брам-пам-пам. К собаке не пойдем. Вдруг укусит. К собаке не надо приходить. Я давай. Нет. Именно.
Здесь значительно выше, чем в Смоле, да? На полкилометра. Давай я, а потом ты. Да, давай. Давай. И рыбки тебя. Так давайте все. А что вы все? И давай, это айпадичек. Давай. Все поместим. Ну да, сейчас все. Как все, я все пока соберутся, нет. Сейчас как все соберутся, я буду. Камеры будешь. Я камеры, а потом. Структура нет, самое, ни руки, ничего. Структура не должна. А мы сейчас узнаем. Не рассказывай. Не надо рассказывать. Давай, иди, потом. Не входите в резонанс. Я не хочу. Как это не хочу? Сейчас вы всех приходите к нам, и нас будет кто-то. Хочешь? Говорят, пацан, где? Я не хочу. Молчать, терпеть. Так, фотографируем. Ну что? Я сказал, говорим. Но нельзя гофировать. Нельзя. Говорим нельзя слово. Но ты хочешь на полку? Не улыбаемся. Чирс. Пусть он встанет. Сейчас. Наташ, тебя снимут потом. Есть. Так, а давай. Еще. Лёш. Давайте. Топ. Так, внимание. Повторяем. Молодец. Так, подождите. А, ну ты иди, давай, щелкни. Да. Крутить, если. Кнопка нажимать. Розы лучше кнопку нажимать. Там сверху кнопка, ты нажми. Какая? Кнопка есть, нажми на нее. А кнопка-то? Нажимай. Она ничего не получает. А будет? Он пишет, что память заполнена. Да ты что? Ничего себе. Только ровно держи карту. Ну, он щелкает, слышишь? Какое жаркое, да? Нет. Там зимой такое. Щелкает, да? А будет минус, да? Серьезно? Минус 12 было. Минус 20 было. Однажды вышла и поняла, что мы на целине. Лепота. Мы, конечно, по дороге останавливались, все закидано бутылками, почти как у нас, в лесу. Ну да, есть, конечно. Такое бывает. Но я иногда с мешочком тоже хожу, собираю как-то. А потом ты Ну они маленькие здесь. Да. Лопухи там всякие. Дорожные. Папа! Не будет. Давай. Так, запомни. Ты же не молодые. Что ты видел? 3-4. Нам тут бомжи давно жили. Где Лёва? А где Лёва? С фонариком. Прикольно. Ну класс. Да. Прикольно, как говорят. Да. Креатив тут вообще идет.
Сказку читали про Бабу-Ягу? У нее дом на куриных ножках. Вот это ее настоящий дом. Не бойся, залезай, она не укусит. Это ее апартамент. Где? Она сейчас уехала, вот. Она в России сейчас. Баба-Яга сейчас в Англии. На стажировке. Работает кандидатом на премьер-министра. Сомнительно. Работает депутатом Госдумы, я даже знаю, как ее зовут. Ага. Ксюша Покляк. Вот человек. Да. Это из другой сказки. Там есть скамейка для поэтов. Ух ты! Для двоих, да. А мы в это воскресенье, прошедшее, были в Шахматово, это усадьба Блока под Солнечногорском. И, ну, пошли прогнуться. Что делать сами для юбилея? Это кто здесь водится, да? Какие цветочки? Да, может, отходите. Какие животные? Родопские вот. Стрела ходит в разные стороны, но не страшно. Когда-нибудь упадет. Обязательно упадет. Не, просто эта техника, она денег стоит раз, во-вторых, она же может прибыль приносить, если в другой месте. Вообще потом свешивается. Где курить? Развалится, как в углу, потом будут ездить сюда, туристы. Да, здесь. Не только коммунисты строили, чтобы пока еще не дали развалиться. Сейчас я найду водичку. У тебя будет учитель? Давай, я сказал, когда ходит с учителем, будете готовы показывать все. Какие-то ножки, да? Да. Дальше. Спасибо. Но теперь ты будешь слушать не только плейка. Наконец, неведомыми судьбами занесло нас в Родопские горы. Надеюсь, что не последний, но вспоминаются те первые 25. Это 26-й. Рад вас всех видеть. Сдвинем бокалы. Пока что ни время, ни география нам препятствием не служат. Ура! Ура! Обождение! Отойди. Сейчас я принесу. Сейчас я положу шум. Специально на самом деле. Спасибо тебе за все. Я хочу через одну неделю ты мне карту свяжешь. От него независимым причинам, просто подарок от него, это значит, думаю, в общем-то, вот эта вещь. Вам переводить с русского не надо? Интересно. Сева, Сева, привет, как вы будете покупать? Такая пластинка, это будет интересно. Без этого никак. Как с Моником, вы даже не знаете, кто такой Вайнштейн. Я ее записывал.
есть должен быть составе, но если это пластинка 70-какого-то года, большой тарифет людей, которые уже в Олиштейне не были. Пена покинул в 67-м, уехал в Москву в Ледвиковского играть. Жорж, я пришел ему на смену. Жорж сыграл в оркестр. Давай. И каждый раз у него вылезал русский. Почему я это как бы акцентирую? Потому что я тоже был уже много раз. И всегда у меня тоже были русские. И это очень правильно. Потому что если бы Сева Борисович вызвал себе сейчас жену американскую, во-первых, у нас точно не было бы селедки под шубой. Это уже как-то бы по-другому выразилось во всем. А так, такое тепло пошло изнутри. На самом деле это все шутки. Это шуба. Это шуба. Это шуба. Я хочу выпить за Оль, которая замечательный компаньон и на равных условиях. Человек творческий и наверняка вам очень комфортно друг другу. Как говорил Новгородцев, повезло дураку с женой. Я так не мог сказать. Спасибо. Повезло нам обоим очень. Спасибо большое. Спасибо. Оля, еще я должен вас сфотографировать в этом платье. Хорошо. Такое надо показывать людям. Я счастлива, так же как и Сева, что вы приезжаете каждый год, где бы мы не были. И получается, что нас иногда меньше, больше, но уже семья, которая настолько приятная и так всегда радостно вас видит. И очень приятно, что мы попали в нашу семью. Мы приехали в этот чудесный дом, попали как будто к своим родным людям. Так что спасибо большое. Будем видеться. Как говорят, у нас лихаем. Повторите, пожалуйста, еще раз. Да, я немножко скажу. Ничего, все нормально, у нас очень хорошо висит. Я хочу, во-первых, конечно, еще раз поздравить Сева с очередным рубежом. И надеюсь, что следующий рубеж будет под данным местом, освещенным, как говорится, пройдет на подъем. Я вижу, что вам здесь очень нравится, и с каким энтузиазмом вы нам все это показали и рассказали вообще. И что это вот третья перемена места, как я сказал уже, глобальная перемена места, да, пойдет не только на пользу здоровью, но и откроет новую главу в жизни. Да? Да. Да. Я считаю, что задел уже есть, вот, мы читаем, любим. Да. Все продолжается и так далее. То есть это огромное вам спасибо за то, что вы все это продолжаете. И мы будем за вас. Спасибо. Да, да. Спасибо большое. Будем стараться сделать. Спасибо. Спасибо. Мы с вами. Давайте между собой поделимся. Передавайте. Да, да, передавайте. Передаем. Правильно. Уроки этикета. И правильно случайно, правильно оказался. Ну, пойми. Сюда. Сюда. Тука. Да, сын, Тука. Я сказал, Сева, ты помнишь первый раз, когда вы пришли потом что? А ты вот здесь сидел и спал. Я был на этом стол и спал. А я думал,
надо же, кто-то из того еще не ушел. А он мне даже сказал, это снова. Большой чемодан. Пришел. Это была шапка. Кепка. Кепка была. И тут тренер стоит. Да. Шевченко там приберешь сама. Меня берет человек, которого вы верите. Я надеюсь, это... Как ты выложил видео? Все попытки именинника скрыться от нас на островах, в горах, успехом все никак не могут увенчаться. Все равно приедем и все равно поздравим. Очень приятно, что увиделись. Я просто сегодня счастлив. Я рад, что приехал, всех привез. Общаемся с хорошим человеком, с которым встречаемся не слишком часто, как хотелось бы, но зато от каждый раз от встречи такая радость и такой заряд, что почти на целый год хватает. Сева Борисович. Лешек, от вас не скроешься. Не будем. Я с вами. Руки. Ну, это... Да, спасибо. Любовь тебя настиг. Спрячешься, не скроешься. А конверт, внимание, советский конверт. О-о-о. Марочка какая. Скрывать не надо потом. С Юрием Гагариным. Вот это да. Ну это конверт. Это конверт, классно. Совет прочту на досуге. А слова спишешь? Получил он фронтовую треуголку. Да, я спасибо. Может, кто-то... Дураки очень. Дураки. Очень, да. Все это, да. Даже в земле прижать. Очень много. Друзья мои. Спасибо. Как вы, друзья, на сцену, так и мы. Да, и мы наши. Он великий человек. Это правда. Это ты радио не слушаешь? Да, я слушал радио. Никогда. Я не слушал радио, я знаю, что он великий человек. Ну, Сереж, тебя размочили. Как был наш Георгий Марк, он сказал. Хорошо, что не Димитров. Наш друг, когда он убежал из Болгарии, да, который увидел, он сказал, Седо, мы были комната, рядом с комнатой, да. Когда убили, ты сказал, что были, вы говорили через час или два-три человека, они убили. Он знал, это было тогда, надо было демократии. Но он, бля-бля-бля, он говорил для Тодо Живков, Сева говорил для музыки. И он Сева так уцелял. Да. Вот сюда. Да. Ну, у нас своя политика. Да. Теперь, друзья, спокойно, что я в хороших руках. Да, да. Так, давайте по компакту. Давайте сюда попробуем. Thank you.
шикарно было. Голосом управляемый. Скажу ему шотландским акцентом. Сколько там? Какой-то нажимайте. Сколько есть? Нет? Это написано подъемность. Ну мы все худенькие. У нас есть половина. Там внизу есть фотоаппарат. Нажми. Ребят, может быть, в эту сторону, а то солнце. Да. Против солнца. Нет, давай против солнца не будем. Сюда. Где вы снимались? Нет, нифига. Внизу там есть фотоаппарат и камера. Нажми фотоаппарат. Субхарат появилась такая зеленая в центре. Да. А это уже фотоаппарат. Давай что-нибудь крепкое. Есть, но как будто болгарский какой-нибудь. Давай я. Более настоянная, а вот и да, вот это да, да, подход. Вот это подход, да. Сычку ли за руки? Абсолютно, сычку из фильма, сычку. Я еще в фильме. Тебя мы пустим. Да. По-моему, Греции тоже раньше визируют, да? Даже не вернуть. Это и геодры, и шины. Ну, тонизируешь, не тонизируешь. Алкоголь местный. Алкоголь добрый. Что? Она говорит, а? Абсолютно не видно. Всех возьми. Ага. Давай, давай, давай. Нам она уже, да? О, да, нам. Да. Нет. Здравствуйте. 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 У всех ноль. У всех ноль. Я говорю, это сила не она дизайнер одежды. Да. Сама шьет.
Сама вяжет. Она пишет. Платье красивое. И смотришь, вот смотри. Да не снимай ты пока. Не, ну вот я. Все, и пошла. Так, что? Здорово. Какие ели-то, смотри. А что-то вверх никто не поднимается. Да, какие ели красивые. Ну, понятно, поздно. Что это такое? Что сошло? Угу. Большое. У этого тоже клево. Не, какие умные, смотри. Да, какие, слушай, головой махать, смотри. Снимешь? Ага. Там сразу бы все. А ну, вот сейчас идет съемка. Красно, я лампочка горит, я вижу. Ага. А? Да, что-нибудь скажите там. Да. Движение, движение. Да, вот. Слава Родопи! Особенно западной. Свобода не зависит на Родопи. Снимай, снимай. О! Вот этот новый асфальт, который уложили буквально меньше месяца назад. Еще даже на возврат пахнет. Туда, но я пахнет хочу дальше предложить метров 250-300. Посмотреть, как живет бомба. Да, прекрасно. Mm-hmm. И эта дорога идет в Смолян какой-то там. А, где-то там соединяется. Да. Ездить не обязательно, но поехать. Это вот глубинка. Потому что еще и дороги не было месяц назад. Да. Они тут на каком-то рыдване. Знаменитый родовский посуд. Боб. О, вот этот вот. Да, они, да, вот Боб. Они есть белые и есть красные цветы. Ну, картон. Тупик. Не, ну тут с группой не рисковать. Смотрите, пожалуйста, пробуйте. Дикая малина поспела. И подвалил вот стаканчик. Там была земляника. Там-то земляника, да, это малина. Ларек. Пива нет, да, там до вязания. Пиво кончилось 20 лет назад. Посуда вперед и вперед. По полям, по болотам идет. И чайник сказал утюгу. Я дальше идти не могу. Да, мы сам снимали теперь. Ну да, вот здесь какая. На фоне Бирочки. Здесь мы заезжаем, поворачиваем, едем домой. Еще болсарочка. Чуть-чуть отпишь ведер, ключик у нас в кармане. Очень хорошо. А, нет, это не так.
Идите, идите, идите. Ну что, господа, поздравляю, вы закончили то, что называется большая петля. Да, да, петля. Экстра формат такой. Да, да, да. Большая петля. Что? Я предлагаю всем идти обедать и, собственно, собираться ехать, как пообедаем спокойно.